тут усё ў парадку, фонарик на месцы, бинокль таксама. Што яшчэ можа спатрэбіцца? Мабільны телефон. Патрэбна ён мне ці не? Хай будзе. Раптам каму-небудзь спатрэбіцца тэрмінова паведаміць важную інфармацыю ці нават з просьбай аб дапамозе звярнуцца. Телефон абавязкова павінен быць. Так. Я готовы. О, Лёсик, прывітанне. Прывітанне, Касі. Які смешны у цябе касцюмчык. І на што ён табе? Новы год даўно скончыўся. Нічога смешнага. Я зразумела. Ты ўжо пачаў падрыхтоўку да наступнага новага года. Будзеш выратавальнікам. Вы добрая ідэя. Кася, гэта не навагодні касцюм. А чаму ты тады так прыбраўся? Таму што сёння ў Беларусі адзначаецца дзень выратавальніка, і я вырашыў ім стаць. А, вось яно што. Я не ведала. Выратавальнікі дапамагаюць усім, хто трапіў у вельмі складаную, нават небяспечную сітуацыю. І часта, каб выратаваць чужога чалавека, сваім жыццём рызыкуюць. Так што гэта вельмі ганаровая прафесія. Але ж вельмі небяспечная. Так, яна падыходзіць далёка не кожнаму. Але ж ты, Лесічак, такі смелы, такі адважны. У цябе абавязкова атрымаецца. Дзякуй, Кася, за такія словы. А яшчэ мне здаецца, выратавальнікі не толькі смелымі павінны быць, але і дужымі. Абавязкова. Тады пабеглі на ранішнюю зарадку. Табе без яе ніяк. Ранішняя зарадка, Кася, нікому не пашкодзіць. Пабеглі. Пабеглі. Доброй раніцы, хлопчыкі і дзяўчынкі. Сёння я і мае маленькія памочнікі вырашылі ператварыцца ў турыстаў і трошачкі павандраваць. А вы таксама вандруйце разам з намі. Усе турысты вельмі любяць разглядаць славутасці краіны, у якую прыехалі. І зараз мы таксама будзем маршыраваць і разглядаць усё, што ўбачым. Раз, два, три, чатыры. Раз, два, три, чатыры. Яшчэ, ідзем. Раз, два, три, чатыры. Малайцы. Раз, два, три, чатыры. Раз, два, три, чатыры. Выдатна, скончылі практыкаванне. Сябры, што любіць турысты рабіць больш за ўсё? Правільна, фатаграфаваць. Зараз мы таксама з вамі будзем рабіць кадр. Складаем ручкі і пачынаем рабіць кадр. Чк. Разам са мной. Чк. Яшчэ і. Чк. Працягваем. Чк. Малайцы, яшчэ і. Чк. А добра. Чк. Яшчэ раз. Чк. Малайцы. Чк. І апошні раз. Чк. Выдатна, апускаем ручкі ўніз. Сябры, а калі мы вырашым пайсці ў горы, што мы будзем павінны зрабіць? Правільна, паглядзець, ці зможам мы такую вышыню ўзяць. Паказваем горы. Вось такія высокія горы. Апускаемся ўніз. Яшчэ раз. Вось такія высокія горы. Апускаемся ўніз. І раз, два, три, чатыры. Раз, два, три, чатыры. Яшчэ і раз, два, три, чатыры. Малайцы, працягваем. Вось такія высокія. Яшчэ раз. Раз, два, три, чатыры. І апошні раз. Раз, два. Малайцы, апускаем ручкі ўніз. Ну што, альпіністы, паспрабуем узняцца на самую высокую гару. Пачынаем. Раз, два, вышэй. Три, чатыры. Раз, два, три, чатыры. Яшчэ і раз, два, три, чатыры. Малайцы, яшчэ. Раз, два, три, чатыры. Апошні разы. Раз, два, три, чатыры. Выдатна, скончылі практыкаванне. Мне здаецца, самы час адпачыць. Пракацімся на лодачцы. Сядаем на падлогу. Ножкі выцягваем наперад. Ручкі шырока, вось так. І будзем разгойдвацца ў розныя бакі. Раз, два, три, чатыры. Раз, два, три, чатыры. Яшчэ раз, два, три, чатыры. Працягваем, плывем на лодачцы. Три, чатыры. Раз, два, три, чатыры. Апошнія разы. Два, три, чатыры. Малайцы, скончылі практыкаванне, устаем.
У сапраўдных турыстаў заўсёды ёсць заплечнікі. І зараз мы будзем іх надзяваць. Спачатку адну шлейку, потым другую і трошачкі падскочым. Яшчэ раз. Одну, другую і падскочым. І раз, два, три, чотири. Яшчэ раз. І раз, два, три, чотири. Малайцы, протягуем. І раз, два, три, чотири. Яшчэ раз. І раз, два, три, чотири. І апошні раз. І раз, два, три, чотири. Вельмі добра, малайцы. Сябры, здаецца, зараз мы гатовыя да любога падарожжа. Але прыйшоў час развітвацца. Да сустрэчы! Лесік, а нашто ты касцюм выратавальніка зняў? Кася, не называй гэта касцюмам. А як яго трэба называць? Спецыяльным абмундзіраваннем. О, складана як. Дык нашто ты спецыяльнае Ну, вось, яго зняў. Пакуль, на шчасце, не было ніякіх выклікаў. Ну, выдатна. Тады будзем гуляць. У што? У жаданні. Гэта як? Не ведаю такой гульні. Вельмі проста. Глядзі, што ў мяне ёсць. Рамонак? Сама зрабіла? Вядома, сама. Дык вось, выбіраеш пялёстак, на ім напісана заданне. Чытаеш і выконваеш. Давай. Я першая. Так. Ага. Загадать Лесіку зрабіць 10 прысяданняў. Лесік, прысядай 10 разоў. А чаму гэта для мяне заданне, а не для цябе? Таму што тут так напісана. Ну, добра. Давай. Раз, два, хутчэй, три, чатыры, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Малайшина! Зараз я выбираю пялёсток. Давай. Так. Вось, трымай. Вось гэты. Зрабіць Лесіку 10 нахілаў управа і ўлева. І зноў мне заданне. Ты сам выбраў гэты пялёстак. Рабі. Раз, два, три, чатыры, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Малайчына! Зараз я. Так, паглядзець Касі мультфільм. Ого, здорово! Ну чаму так? Я так само хачу мультфільм паглядзець. Лесік, ну вось такое заданне мне трапіла. Пашчасціла табе. А мне можна з табой мультфільм паглядзець? Ну, тут заданне менавіта для мяне. І дзеткі, я ўпэўнены, з задавальненнем паглядзець. Ну, добра. Дазволю сабе парушыць правілы гульні. Давайце глядзець мультфільм усе разам. Хочаш, я табе дакажу, што я надзвычай творчая асоба. Не трэба, я гэта ведаю. Не, Лесік, ты павінен захацець у гэтым пераканацца. Ну, добра, дакажы. Вось з гэтага трохкутніка я зараз зраблю дзяўчынку. Дзяўчынку? Ды няўжо. І літаральна за хвілінку. Ого, якая ты касічка. Як же мне лепей прыдумаць. Малайчына. Ну вось, глядзі. Малайчына. Што ёсць, то ёсць. Так што, Лесік, я знайшла геаметрычным фігурам прымяненне. З ім таксама можа быць цікава. А да гэтага ты думала інакш? Ну так, мне яны зусім былі нецікавыя і непатрэбныя. А вось цяпер буду эксперыментаваць. Як гэта? Непатрэбныя геаметрычныя фігуры? А на што яны? Усе рэчы на зямлі маюць тую ці іншую форму. Ну і што? Ну, мячык жа не можа быць квадратным. Не можа, значыць квадрат увогуле нікому не патрэбны. Ты што, Кася? Ёсць яшчэ такая фігура, ромб называецца, таксама абсалютна бессэнсоўная.
Нечто подобное я уже чул. Ну, ось бачиш, не я одна так думаю. Успомнил. Топа мне рассказывал про чудовный спектакль про геометричные фигуры. Ну и что за спектакль? Спектакль я люблю. Это спектакль театра «Тенью» из Витебска. Театр «Тенью», який называется «Абажурчик»? Миновито! Ой, мне он так сподобался. Я еще який-нибудь спектакль поглядела бы с задовольнением. Я как раз его знайшел. Давай, гляди. Давай. Привітанне, спадарыні, Алла і Алена. Ой, каб вы ведалі, якія шчаслівы, што зноў сёння сустракаюся з вамі. Кася з Лесікам мне ўсе вушы пратрубілі. Ну калі мы яшчэ зможам спектакль тэатра «Ценяў» з Віцебска ўбачыць? Ну калі, калі? І вось вы нарэшце прыехалі. Мы тоже очень рады видеть тебя, Топочка. А як сябе адчуваюць ваши герои? Як моя сябрука, новогодняя зорочка, ці сумавала без Топы? Конечно, скучала звездочка. И чтоб она не скучала, мы решили ее отправить в путешествие. Ого, а с кем сёння вы мяне и наших телеглядачоў познаёмите? А вот увидите, звездочка отправится в страну геометрию, а кого она там встретит, это пока секрет. О, глядим! Ой, наконец-то я в стране геометрии. Какое здесь все интересное, такое геометрическое. Кого же я здесь встречу? Знаешь, Квадрат, я так тебе завидую. Я такой неуклюжий. Если стану во весь рост, то буду длинным и тонким, а если лягу на бок, то буду толстым и низким. Да уж, у меня все стороны равны, не то что у некоторых. Здравствуйте, извините, пожалуйста, я тут немножко заблудилась в вашем геометрическом лесу, и мне нужна ваша помощь. Можно я Квадрат на вас заберусь и посмотрю, куда дальше идти? Конечно, звездочка, я ведь Квадрат, я помогу тебе. Вы знаете, немножко плоховато видно, а вы не могли бы как-нибудь повыше стать? Давай я перевернусь. Все равно ничего не видно. Что же мне делать? Ребята, а вы знаете, что делать? Идея! Прямоугольник. Может быть, ты поможешь мне? Конечно, звездочка, я буду рад быть полезным. Ну, знаешь, так совсем низко. Может быть, я перевернусь? Ну, наконец-то! Так высоко, так хорошо все видно. Ой, я вижу что-то похожее на реку. Идем, звездочка, мы покажем тебе дорогу. Какая же широкая и глубокая эта река! Как мне через нее переправиться? Я Квадрат! Я такой крутой! Звездочка, я помогу тебе! Смотри! Спасите! Спасибо, друзья! Мост из меня получился никакой! Как же мне перейти речку? Ребята, подскажите, что нужно делать? А, я знаю, прямоугольник такой длинный, и он может стать мостом. Я буду рад быть полезным. Спасибо за помощь, друзья. Особенно тебе, прямоугольник. Звездочка, я всегда рад быть полезным. Ну что ж, а мне дальше пора идти. Прямоугольник, давай проводим звездочку. Нет, я, пожалуй, останусь возле реки. Вдруг кому-то еще пригодится моя помощь. Звездочка, тогда я провожу тебя. Я ведь Квадрат.
всего три угла. У меня всего три стороны. Это так мало. И пользы от этого, ну, никакой. Что же мне делать? Как же мне грустно. У меня четыре стороны, четыре угла, но квадратность моя никому не полезна. Что же мне делать? Как же мне грустно. Ну что ж ты, квадрат, а ты треугольник, не грустите. Я уверена, что вы очень полезные фигуры. Ой, что это? Кажется, дождь начинается. Квадрат, укрой меня скорее от дождя. Конечно, звездочка. Нет, не везде капает и течет, так не пойдет. Треугольник, может, ты поможешь мне? С удовольствием, звездочка. Ой, ой, у меня уже все ноги мокрые. Что же мне делать? Куда мне спрятаться от дождя? Ребята, может быть, вы знаете? Если треугольник залезет на квадрата, то получится домик, и я туда спрячусь. Скорей, скорей! Спасибо вам, фигуры! Помогли вы мне! Видите, какими полезными вы оказались? Но мне пора идти дальше. Пока! Пока, звездочка! Мы, пожалуй, останемся здесь. Ой, здорово! Дякую, великий! Мне вельми сподобался спектакль. Хлопчикам и девчинкам можете не сомневаться так само. А я жадаю вам доброго дня и поспехов. Коли будет у вас час, приезжайте до нас и снова. Спасибо, Топа, за приглашение. С удовольствием приедем с какой-нибудь новой сказочкой. Ой, буду чекать. А всем ребятам мы желаем хорошего дня и веселого настроения. И будете у нас в Витебске, обязательно приходите на наши спектакли. Ой, здорово! Мне спектакль вельми сподобался. И ты зрозумела, что нема бессенсовных геометричных фигур. Так, Лесик, а давай мы так само зробим свой театр теню. Спектакль придумаем, героев зробим, гастролевать. Над твоей пропановой треба добро подумать. Ну что тут думать, Лесик? Неси кордон, ножницы, тканину какую-нибудь. Я зараз все зроблю сама. Хутка, Кася, казка сказывается, да не хутка справа робится. Что? Каб наш театр стал популярным, над им треба ой як подумать и попрацовать. Я готовая. Ну думай, а я мультфильм погляджу. Что? Чому гэта мне про театр думай, а табе мультфільм глядзець? Гэта несправедліва. І так Лесік да сяброў не ставяцца. Я, Лесік, такога ад цябе не чакала. Кася, мультфільм пачынаецца. Ты давай глядзець хутчэй. Баўбочыш, баўбоч. Ну вот, Кася, нагулялися мы с тобой, нагляделися, наслухалися. Треба развитываться. А песня на развитание? Обовязково будет. Як же без песни? Выдатно. Усім доброго дня. Сустренимся хутка зранку у нашим добраранку.